куда вставлять коды LaTeX в редакторе Google Docs. Заходите на диск, создаете документ, вставляете формулы, переходите в справку, справка Google Документы, и здесь вводите запрос формула. Математические формулы. Справка, в которой как раз и написано и про LaTeX, и про то, куда надо вводить формулы. Попробуйте ввести формулы, обратный слэш альфа, а затем пробел или скобку. Google конвертирует, то есть прямо вот в эту строчку вы должны вводить символы. Можно посмотреть статью в справочном центре. Попробуем воспользоваться подсказкой. Обратный слэш, альфа и пробел. Ну, что-нибудь подобное есть и с интегралом. Обратный слэш, интег. Я с LaTeX не работал, поэтому... То есть на ваш вопрос можно ответить так. При входе в редактор формул, новая формула, появляется прямоугольничек, в который вы вставляете свой код по аналогии с написанным здесь. Можно зайти в LaTeX, посмотреть еще какой-нибудь пример, ставить. Есть ли они здесь в Википедии? А вот какой-то есть. Давайте попробуем. Ctrl-C. Переходим в наш документ. И вставляем сюда. И работает. Прямой. То есть есть какие-то тонкости, отличия, которые не позволяют конвертировать любые формулы LaTeX. Наверное, я ответил на ваш вопрос, поэтому у меня просьба к вам. Поскольку вы уж включили меня в свои круги, зайти сообщество, которое называется Знание НН. И здесь есть приглашение в сообщество. Попробовать такой код напечатать на бумаге на формат А4 поместится две таких надписи. И договорившись с администрацией вашей школы, повесить в коридоре. Мне в качестве эксперимента это надо. Смогут ли люди вступить в сообщество, которое нацелено на вовлечение детей в деятельность, связанную с изучением естественно-научных предметов. Физика, математика, биология и так далее. Здесь публикуются лекции великих ученых, здесь публикуются всякие интересные вещи про это, и, может быть, будут проводиться всякие конкурсы для детей в рамках на платформе Google Labs. Вот такая просьба. Если кто-нибудь еще смотрит этот ролик, то попробуйте проделать то же самое, распечатав текст, который находится в сообществе знания НН. Ну, в самом начале практически. Мне интересен эксперимент, смогут ли ваши дети вступить в сообщество по этому QR-коду.